Всем привет! Приглашаю приготовить завтрак из лаваша и сыра сулугуни за 5 минут. Для этого нам понадобится лаваш, сливочное масло, 3 кусочка сыра сулугуни, один небольшой помидор, смесь зелени. Здесь у меня укроп, петрушка и кинза. Сначала подготовим лаваш. У меня лаваш вот такой. Здесь идет 2 листа вот таких. И для этого я вот его, он так сложен в 3 слоя. И я его разрезаю. На вот такие полоски. Теперь берем одну полоску лаваша, в серединку кладем сыр сулугуни, сверху помидор, подсаливаем зелень. Кусочек сливочного масла. И тоже подсаливаем, потому что зелень тогда пусть... Немножко подсаливаем. Зелень пустит со сливочным маслом сок. Накрываем одной половинкой. Высыпаем оставшуюся зелень. На зелень еще кладем кусочек масла. И еще немножко подсаливаем. Солим для того, чтобы от соли зелень пускает сок. Вот так вот накрываем. На разогретую сухую чугунную сковороду кладем наш лаваш только вот этой стороной, которую мы последнюю сгибали. Немножечко придавливаем. Накрываем крышкой. И оставляем приблизительно на минуту, чтобы сыр наш подплавился. Когда поджарится с одной стороны, мы переворачиваем наш лаваш и опять накрываем крышкой. Все, с этой стороны тоже поджарилось. Выкладываем на порционную досточку. Теперь давайте разрежем. И посмотрите, какой он там в серединке сочный. Это невероятно вкусно. Начинка сочная. А сам лаваш, он хрустящий. Это очень вкусно. Рекомендую вам приготовить обязательно.